Нашій студії сьогодні звітала Катерина Олійник, виробник натуральної косметики. Вітаємо тебе, Катюша. Вітаю, Іно. Доброе Анонсували утро. Нашим телеглядачам, що сьогодні будемо говорити про таке нове поняття, як рисова пудра. Хотілося б дізнатися про історію рисової пудри і взагалі, що ж це за такий вид. История рисовой пудры насчитывает не одно столетие. Еще в древности восточные женщины по достоинству оценили все полезные свойства рисовой пудры и, собственно говоря, риса. Измельченные зерна и замоченные в воде использовали для заживления ран и для борьбы с сухостью кожи. В Японии, Пакистане и Индии использовали такое средство для отбеливания кожи. Вот когда все ходили с белыми личиками, это были измельченные зерна риса. Да. Ну, чем же она настолько сегодня популярна, и во всем мире знают рисовую пудру, и мировые косметологи, и визажисты используют ее в своем обиходе. Достатньо таке галасливе назва, галаслива назва рисова пудра. Багато хто її використовує, але мало хто про неї ще знає. Да, в последнее время я все больше и больше сталкиваюсь с тем, что таки мало людей знают об этом таком очень полезном средстве. Итак, ни одна пудра не сравнится с рисовой пудрой по составу, потому что в рисовой пудре только 100% риса. В обычной пудре у нас в составе состоит глютен, другие синтетические средства, которые провоцируют воспаление. В рисовой пудре только 100% рис. Значит, в рисе содержится очень много полезных витаминов, минералов, антиоксидантов, других полезных веществ, которые так необходимы для красоты нашей кожи. Рисовая пудра, она препятствует старению кожи, она убирает мелкие морщинки, она увлажняет нашу кожу, она скрывает многие недостатки, она напитывает антиоксидантами, ну, чтобы кожа не старела. Дуже велика користь від рисової пудри, і хотілося б дізнатися, окрім того, що вона допомагає не старіти нашій шкірі, зменшує зморшки, що ще, у чому її дивовижність? Так, вона також ще способствует скорейшому заживленню ран, в общем, вона така дуже-дуже полезна средство, как со стороны косметической, лечебного, так сказать, свойства. Что же касается косметических средств, то рисовая пудра, она матирует кожу, она придает такой естественный цвет лица, выравнивает тон кожи, она придает матовость, гладкость, шелковистость, убирает излишки жирного блеска, потому что летом это проблема многих. Солнышко пригрело, и из-за активного солнца наши сальные железы начинают еще больше работать. Вот. И, конечно, даже самая сухая кожа страдает от жирной этой зоны. Вот. Поэтому рисовая пудра справляется с этим, ну, с этой проблемой на всі 5. Катюш, я хотіла б запитати, ось, наприклад, багато є пудри, які також знімають масний блиск з обличчя, але вони забивають пори у нашому шкірі, з'являються нові якісь недоліки, а ось рисова пудра, вона дуже корисна, вона не забиває пори? Ні, рисова пудра абсолютно не забиває пори, вона легко впитується нашою кожею. Рисова пудра, от можна відкрити, посмотрети, вона от така от прозрачна. Вот она такая вот, как бы можно сказать, беленькая, но когда мы наносим ее на наше лицо, наши железы, когда начинают работать, она впитывается и поглощается кожей, и в принципе не остается никакого цвета. То есть она не комедогенная, поры не забивает, а морщинки у нас лишние не появятся. И что самое еще интересное, рисовую пудру можно использовать людям с любым типом кожи, как и жирной, так и сухой, и комбинированной кожи, то есть абсолютно всем используют также рисовую пудру еще как место талька для присыпок детских. Вот, мультифункціональна. Очень... Я бачу, що дійсно вона такого білого кольору, але на обличчі ти кажеш, вона залишає такий прозорий матуючий ефект. Да, да. Хочеш, попробуємо? Давай спробуємо. Мені вже цікаво. Так, значит, пользоваться рисовой пудрой можно, в принципе, как и до макияжа нанесения, так и после, для закрепления, чтобы вот как раз придать ровный тон и матовость кожи. Вот также рисовую пудру можно использовать в качестве ночной просто ухаживающей пудры, как раз-таки, чтобы она напитывала нашу кожу витаминами и минералами. Вот. Но сейчас в данной ситуации мы ее используем как для закрепления макияжа и покажем нашим телезрителям, вот какой же она такой эффект дает, почему все ее так любят.
Хоча ж я розумію, що це дійсно must-have у кожній косметичці, тому що, окрім того, що це гарний косметичний засіб, вона ще й лікує нашу шкіру і дійсно незамінна штука для кожної дівчини. Да, рисовая пудра это 100% натуральный продукт, поэтому обязательно должен быть. Давай Значит, для спробуємо. использования, да, мы немножечко высыпаем на крышечку нашей пудры, берем кисточку или ватный спонж и кисточка чуть-чуть не поместится и наносим. Але ж приємно. И немножечко наносим на нашу кожу. Можно ватным спонжем еще. Так, давай. Мені вже подобається. Дорогі наші телеглядачі, якщо ви також хочете спробувати ефект від рисової пудри, пишіть нам до наших соціальних мереж, можете мене запитати, чи сподобається мені ефект. Справді, на шкіру дуже приємно, не відчувається, що щось нанесено, коли від звичайної пудри. Можу сказати, що плюс до рисової пудри. Якщо у вас є досвід користування таким видом пудри, також пишіть нам, і ми вам зробимо невеличкий подарунок від партнерів від програми «Нового дня», саме за те, що ви надсилаєте нам свої листи та повідомлення. Ктюша, ми з вами поговорили про користь рисової пудри, дізналися про її історію. Розуміємо, що ти також нею користуєшся. Естественно. Як від користувача, що ти можеш сказати, чому ти обрала саме рисову пудру і які саме для тебе плюси у використанні цієї косметики? Для меня первое, что как бы привлекло в рисовой пудре, я человек, который не особо пользуется декоративной косметикой, и первое, что всегда декоративную косметику видно на лице, рисовую пудру не видно, она очень валевая, ложится такой тонкой, ну, только что попробовали, тонкой пудрой, она впитывается кожей, ее на лице не видно. А также можно ее использовать очень, что мне нравится, даже без макияжа. Вот плюс, самый огромный плюс к тому, это как почему это номер один в моем списке средств, потому что она придает матовость коже, нет этого жирного блеска, других, она скрывает, она разглаживает кожу. Если есть какие-то царапинки, недостатки кожи, воспаление, так как она еще является противовоспалительным средством, она убирает воспаление, скрывает такие вот недостатки. Поэтому для меня это номер один в списке. Я надеюсь, что в скором времени многие женщины поймут как целебные и полезные свойства рисовой пудры. И это для них станет тоже must-have. Дякуємо тобі, що сьогодні розказала нам про такий відомий, але в ту ж чергу невідомий бренд для жінок. Рисова пудра must have у кожній жіночій косметичці.